На канале RTVI Международные новости в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Договоренности о прекращении огня между официальным Дамаском и оппозицией соблюдаются. Анкара и Москва засчитали себе еще одну победу на Ближневосточном фронте. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган, соответственно, провели телефонную беседу и обменялись мнениями об обстановке в Сирии, которую, к слову сказать, они сочли удовлетворительной. При посредничестве Анкары и Москвы конфликтующим сторонам в Арабской Республике удалось достичь договоренности о прекращении боевых действий, которая в силе до сих пор. Главы обоих государств сошлись на том, что нужно продолжать активные совместные усилия по политическому урегулированию ситуации в стране. Для этого Путин и предложил новую площадку – Астану. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поприветствовал это решение и обещал приложить максимум усилий для организации переговоров. Как сообщили сегодня в Кремле, по телефону Владимир Путин уже скоординировал действия с казахским коллегой. Межсирийские дискуссии стартуют в Астане 23 января. Главное, чтобы не сорвалось перемирие, достигнутое между режимом Башара Асада и оппозицией. Хочешь мира, готовься к войне. Американские СМИ обвиняют российские ВКС в усилении группировки в Сирии. Накануне телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников анонсировал, в начале недели Москва разместит 4 дополнительных штурмовика Су-25 на авиабазе Хмеймим. В Минобороны России эту информацию назвали очередной уткой. Представитель ведомства Игорь Коношенков заверил, что первые 6 бомбардировщиков Су-24 уже вернулись на родину. И вскоре к ним присоединятся другие боевые самолеты, а также летные и инженерные технический состав. По словам Коношенкова, более 40 единиц воздушной техники несет на себе крейсер «Адмирал Кузнецов». Возглавляемая им авианосная группа держит путь на базу в Североморске. При этом Коношенков напоминает, западные СМИ подробно освещали все передвижения единственного российского тяжелого авианесущего крейсера и прекрасно знают о распоряжении верховного главнокомандующего Владимира Путина 29 декабря минувшего года о сокращении военного присутствия в Арабской Республике. В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России 4 штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ забыть одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы увеличении военного присутствия России в Сирии, не более чем примитивная пропагандистская утка. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал жульнической и фальсифицированной запланированную на 15 января в Париже конференцию по урегулированию на Ближнем Востоке. По мнению Нетаньяху, которую он высказал на встрече с главой МИД Норвегии Бёрге Брэнде в Иерусалиме, предстоящий форум еще больше отдаляет перспективы наступления мира между израильтянами и палестинцами. Конференция и принятые там решения ни к чему не будут обязывать Израиль, отметил премьер-министр еврейского государства и назвал парижскую встречу пережитком прошлого, даже последним вздохом прошлого перед наступлением будущего. Это жульническая конференция, фальсифицированная палестинцами под эгидой Франции для принятия дополнительных антиизраильских решений. Здесь, в Израиле, мы сталкиваемся с проблемой терроризма, который пытается не только добиться уничтожения Израиля, но и намерен сделать безнадежной любую попытку достижения мира. Но есть и другие усилия, которые нацелены на то, чтобы лишить нас надежды на мир. И одним из таких усилий является конференция в Париже. В минувшее воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль прилагает максимум усилий с тем, чтобы не допустить принятия Советом Безопасности ООН еще одной резолюции, касающейся Палестино-Израильского конфликта по итогам конференции в Париже. Я напомню, 23 декабря прошлого года Совбез ООН принял резолюцию под номером 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую активность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Документ поддержали 14 стран-членов Совета Безопасности, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывом еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положение резолюции. При этом президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что Парижская конференция ни в коем случае не ставит целью подменить двусторонний формат переговоров между Израилем и палестинцами. Мир между израильтянами и палестинцами будет достигнут. Это необратимый процесс. Но сделать это могут только двусторонние связи. Предстоящая в воскресенье встреча должна напомнить нам о решимости поддержать идею двух государств и помочь продвинуться вперед в конкретных решениях. Я против разделения стран, как это произошло в Ливии или Сирии, но в равной степени неприемлем статус-кво. Конфликты не решаются сами по себе.
Громкий политический развод в Грузии. Партия бывшего президента Михаила Саакашвили раскололась. Единое национальное движение, являющееся крупнейшей оппозиционной силой страны, сегодня покинула большая часть лидеров. Развод стал результатом длившегося несколько месяцев противостояния сторонников Саакашвили и группы политиков-националов во главе с бывшим секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бокерия. Покинуть ряды партии политики решили почти накануне съезда национального движения, который запланирован на 20 января. Бывшие националы уже объявили о намерении создать новую политическую силу, которая начнет подготовку к местным выборам в октябре 2017 года. Причины ухода озвучил вышедший на свободу в минувшую пятницу бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Ответственным за этот распад является один человек. Тот человек, который создал эту партию, но уже не излучает лидерство. Мы начнем с нуля. То движение, которое обязательно сменит этот вредительский режим. Я обещаю это. Там остается национальный популизм, а по эту сторону прогресс и свобода. Что ж, на этом у меня все. Следите за развитием событий на RTVI у моих коллег. А я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго.